Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Проезд в автобусе подорожает. Перевозчики просили 35 рублей, какую сумму утвердило агентство по тарифам и ценам региона. Станет ли в области на 16 депутатов меньше? Зачем сокращать народных избранников? И почему тему обсуждают только на закрытой сессии? Мнение инициаторов законопроекта, депутатов и народа в теме дня. А зимние рыбалки просят воздержаться. В ближайшие выходные ожидается плюсовая температура. Увидимся на канале ГТРК в 19:00.